После посещения балета «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце Владимир и Людмила Путины дали интервью. Они ответили на вопрос о личной жизни. Глава государства и его супруга объявили, их брак завершен. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, 8 лет уже, 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. Можно сказать, цивилизованный развод. Владимир и Людмила Путины поженились в июле 1983 года. В их семье двое детей, дочери Мария и Екатерина.